В этом видео работает практикант. Он учится и делает ошибки. Учитесь с нами, делайте сами, делайте лучше нас. Кровельный инструмент покупайте на сайте altes-td.ru. Здравствуйте! Начинаем наше занятие. Сегодняшняя тема нашего занятия – одинарный лежачий фальц. Мы сейчас подготовили лист железа. Сейчас мы на нем сделали с двух сторон, с правой стороны, если смотреть от меня, мы сделали отгибку 45 миллиметров или P-отгибка. С левой стороны мы сделали разметку на отгибку уже 35 миллиметров. Это малая отгибка для G-отгибки. Сейчас и мы делаем это все по схеме, которая у нас имеется. То есть, если разобраться, вот та часть, которая у нас заштрихована, это у нас будет ослабление фальца на P-отгибке и ослабление фальца на G-отгибке. Ну а теперь переходим к разметке. Обучение кровельщиков по металлу на разряд, колледж водных ресурсов, профессионально, качественно, 15 дней в оборудованной кровельной мастерской, телефон на экране. Продолжаем наши работы учебные. Технология двойного фальца, устройство воротника. Передний фартук. Подготовили правую картину, установили ее, закрепили сверху и по бокам клямерами слева и справа. Ну и теперь нам нужно, когда мы закрепили, будем сейчас ректовать кромки. Взяли клещи конвертные, кровельные, под 45 градусов. И сейчас вот будем кромки эти аккуратно, не спеша поднимать. И если нужно, подправлять. Делать это надо не спеша, потому что железо на самом деле его быстро и не отогнуть. Железо 0,50, северсталь, полимерное покрытие полиэстер, то есть оно еще к тому же железо очень капризное. То есть на нем это не пурал, нужно делать все аккуратно, а лучше всего отшлифовать кровельный инструмент, потратить на это немного времени, но он не будет царапать. Такие вот подправляем теперь вот здесь вот нашу линию гиба, подправили и продолжаем поднимать кромки. Вертикальную кромку.
Проверяем четко все, чтобы подходило. И начинаем формировать складку. Складка должна четко формироваться по линиям гиба. У нас две линии гиба. Вертикальная и линия гиба складки. Уплотняем кроличьими конвертными клещами. Проверяем по нашим вертикальным горизонтальным линиям. Четко все отогнулось по линии гиба. А линия гиба у нас это биссектриса. Ректуем кромки вертикальные, горизонтальные, саму складку аккуратно. Есть много способов ректовать складку, но это самая такая щадящая. То есть прижимать конвертными клещами, кровельными. Вот так вот она выглядит. С правой стороны мы практически подготовили. Кромки подняли. Вертикальные, горизонтальные. Все у нас получается по линиям гиба. Проверяем по месту. И подготовили полностью правую сторону. Подняли кромки. Формировали складку четко по линии гиба. И теперь у нас на очереди с левой стороны. То же самое надо сделать с кромками. И со складкой с левой стороны. Устанавливаем наиболее подходящий угол обзора камеры, чтобы было все видно и понятно. Настраиваем. Очень много солнечного света с правой стороны, поэтому то темно, то светло. Так, установили. И для того, чтобы нам сделать линию сопряжения, мы применяем пальцевое лекало. Прикладываем его, как сейчас видно. И будем проводить линию сопряжения вертикальной и горизонтальной кромки. Линия сопряжения у нас сверху. Эта кромка у нас отчерчена 25 мм. Горизонтальная кромка у нас отчерчена 35 мм. Прикладываем и карандашом прочерчиваем линию сопряжения. Линию сопряжения мы провели. Пальцевое лекало Шачнева Александра Васильевича.
описание применяется для быстрого раскроя радиусного гребневого фальца, построения линии сопряжения по трем реперным точкам. Может применяться как лекало портновское, а также для построения узоров, рисунков. Везде, где требуется провести линию сопряжения двух пересекающихся линий. Может применяться для взрослого и детского творчества художниками, дизайнерами и так далее. Краткое описание. Фальцевое лекало Шачнева Александра Васильевича. Раскрой картин радиусного гребневого фальца. Быстрое построение линии сопряжения по трем реперным точкам. Особенно подходит студентам-кровельщикам, учащимся курсов по фальцевой кровле, а также учащимся курсов по фальцевой кровле, которые повышают квалификацию.